Россия и Казахстан объединяет великая история двух государств. Представьте себе, степь, 13 век, ставка Чингисхана. На речке, на том бережечке. Вот, держи, вот, смотри. Вот так на Сома похож? Так, а ну-ка. Скучно мне. Хан, хан, я поймал пленника, вот он. Он изобрел самое мощное оружие, понимаешь? Да, с этим оружием да. можно завоевать как, весь мир. Как это вот? Что это? Да фиговый лук. Фиговый. Где мой изобретатель? Вот, великий хан, мое изобретение. Ты на это потратил целый год? Да. Отрубить голову. Убить его! Разорвать! Что это? Я не знаю, хан. Еще раз сделай. Ладно, и ты такой молодец. Хан! Да? Там русские гонцы пожаловали! Every night in my dreams I see you, I kill you. Как Мутко плохо будешь говорить по-английски, думаешь, победишь? Деньги принес? В Москве денег нет. Врут они, есть в Москве деньги, я серьезно говорю. Юрий Михайлович, давайте мы сами разберемся. Ладно, идите, ага. На речке, на речке.